В знак дружбы и в честь третьей годовщины со дня провозглашения Донецкой Народной Республики город Липецк подарил городу миллиона роз 50 лип. 7 апреля на набережной реки Кальмиус была открыта аллея дружбы и установлен соответствующий памятный знак. В создании аллеи принял участие исполняющий обязанности главы Донецкой городской администрации Алексей Кулемзин. Мы сегодня участвуем с вами в высадке аллеи лип, любезно подаренной нашими друзьями российскими, городом Липецком. И мы сегодня их здесь высадим. Это будет знаком нашей дружбы и дар нашему городу. Также в мероприятии по высадке лип принял участие заместитель руководителя администрации города Липецка Андрей Шурстов. Этот город нам близок душой и близок к нашему сердцу. Он имеет созвучное наименование. Он тоже зеленый, как и наш Липецк. Мы хотели часть зелени подарить вашим горожанам. Мы хотели бы, чтобы на вашей земле всегда был мир и всегда росли цветы. И в тени наших лип, я думаю, могут горожане отдыхать и наслаждаться жизнью в этом теплом, уютном городе. Алина Черняева, Новороссия ТВ.